Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Audi Q7 2008 года выпуска, двигатель 3 литра турбодизель, коробка автомат, пробег на автомобиле 137 тысяч километров, полный привод. Коробка здесь стоит фирмы iSIM. Заменим в ней масло, фильтр и прокладку. Поднимаю автомобиль, сливаем масло, заливаем новое, прогоняем во всех режимах, прогреваем и опять сливаем. Сейчас вот заглушил двигатель, температуру не показывает, а показывал на прогретом 67 градусов температура в коробке. Поднимаю автомобиль, запускаю двигатель и откручиваю уровневую пробку, посмотреть, какой уровень на такой температуре, сколько у нас течет масла из коробки, а потом уже отвернем сливную пробку. Поднимаю автомобиль. Снимаю защиту пластиковую. Только чтобы снять нам поддон, нам мешают здесь кое-какие элементы. Ну и все. Дальше здесь отверстия предусмотрены для болтов, чтобы поддон откручивать. Коробка это iSIM 09D. Вот у нас пробка уровневой трубки. А это у нас сливная пробка. Сейчас заведем и открутим уровневую. Все, здесь получается шестигранник на 17. О, пошла. Запускаю двигатель. Прогоняем его по всем режимам. Парковку ставь. И вот теперь выкручиваем эту пробочку и смотрим, сколько у нас масла стечет. Масло грязнющее, похоже, за все 137 тысяч километров масло не менялось. Но то, что сбежало, это масло сбежало только из, получается, в трубку, что попало. Сейчас идет разогрев. Ну, радует другое. Масло было в коробке уровень. Откручиваю сливную пробочку. Двигатель сейчас глушу. Можете обратить внимание, заглушу двигатель, и масло побежит гораздо сильнее. Вот. Пусть
пока через трубку стекает, а потом уже пробку сливную откручу, она находится, вот она, дальше. Будем заливать масло, прогонять и сливать его. Я так думаю, что за один раз мы его не сменим. Хоть мы взяли и 13 литров масла, нам это будет мало. Поэтому мы сейчас два раза промываем, сливаем, снимаем поддон, меняем фильтр, прокладку, собираем обратно и заливаем уже уровень. Вот через уровневую трубку стекло где-то литр полтора примерно. А берем Т40 Торкс. И откручиваем сливную пробку. Теперь смотрим, сколько сольется еще плюсом через нее. Все, масло стекло. Пробочку пока старую ставлю, прокладку старую ставлю. Закручиваю. И также закручиваю. Чуть-чуть подтяну, чтобы не капало с него. А вот теперь берем масло, заливаем его в нагнетатель. Нагнетатель я придумал сам за 200 рублей. Потому что если брать ваговский, он получается минимум 7,5, а максимум там 15 тысяч для заливки масла. Масло буду использовать Mobil ATF-3309. Вот такое вот масло. Ну вот теперь завожу туда трубку и накачиваю масло. Медленно, но уверенно идем к намеченной цели. Если бы еще сделать дополнительно сосок от камеры, от разборной, от диска, то можно подключать компрессор и нагнетать компрессором. Я пока сам распылитель не показываю, из которого я сделал. Хотя, что его не показываю, могу показать. Он накачивается. Вот такая вот штука. Накачиваю. Здесь есть клапан, можно открывать, регулировать подачу. И нагнетаем вот таким незамысловатым способом. Крючок у нас изогнутый, за трубку наливает. Сам бачок двухлитровый. Я думаю, процедура будет не слишком затянутая. Вот первых 2 литра я влил, масло еще не побежало, так как мы слили, получается, больше 4 литров. Заливаю еще 2 литра и продолжаем. Так, залил следующие 2 литра. И продолжаем процедуру. Где-то ближе к 3,5-4 литрам, когда мы зальем в коробку, у нас должно побежать масло через
уровневую трубку. После этого мы заводим автомобиль и продолжаем доливать масло, пока оно опять не побежит через уровневую трубку. Как только оно побежало, мы закрываем пробку, греем коробку и гоняем ее во всех режимах. Промываем, таким образом вытесняем свежее масло, размешиваем старое масло. Продолжаем. Все, масло стало подкапывать. Это говорит как раз о том, что уровневая трубка все наполнилась. Теперь добавляю масло и запускаем автомобиль. Добавил я еще масло, литр. В общей сложности получается 5 литров будет. Здесь вам обязательно нужен помощник, который будет сидеть в автомобиле и запускать его, потому что одному будет это сделать практически невозможно. Запускай! И уже на заведенный двигатель продолжаем заливать дальше масло, пока опять же оно не потечет. Все, побежало масло. Вытаскиваем трубку. И прогреваем коробку, смотрим на компьютере, какая температура, и при этом помощник прогоняет по всем передачам ее. Температура масла АТФ 54 градуса. На данный момент такая температура в коробке. Ну все, пока гоняли туда-сюда, температура у нас подросла уже 66 градусов. По переключениям стоп-сигнала. Ну все, мы погоняли ее, глушим. Глуши! Все, заглушили. Теперь сливаем масло и откручиваем поддон. Все, откручиваю пробочку и сливаем. Да. Сейчас, подожди, не говори пока. Я не тороплю вообще. Да нет. И сливаем масло. Ну, уже чуть-чуть почище, уже просвечивается. Все, масло стекло, закручиваю пробочку. И откручиваем поддон.